Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание». Программа о спорте, спортсменах и спортивных достижениях. Грациозные, ловкие, красивые. Рязанские художницы показали мастер-класс. Зоркость глаз и меткость рук, а в друзьях спортивный лук. Спорт – жизнь, курение – зло. Юные медики однозначно за здоровый образ жизни. Если у вас есть маленький ребенок, и он девочка, а вы до сих пор не решили, в какой вид спорта ее отдать, возможно, следующий сюжет позволит сделать выбор в пользу художественной гимнастики. Художественная гимнастика, пожалуй, один из самых зрелищных и изящных видов спорта. Причем вид спорта этот довольно молодой. Появилась она благодаря мэтрам балета Великого Мариинского театра и быстро завоевала мировое признание, став очень популярным видом спорта. А к олимпийским видам спорта гимнастика присоединилась в 1980 году. В разное время олимпийскими чемпионками были Марина Лобач, Яна Батыршина, Екатерина Серебрянская, Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Ирина Чащина. Художественная гимнастика уже давно является одним из самых популярных видов спорта в нашей области. И что важно, нам есть чем похвастаться. Наши землячки выигрывали чемпионаты мира, Европы, России, многочисленные кубки и первенства спорт-обществ. Наталья Белкина, Дарья Королева, Татьяна Сергеева, Яна Луконина. Это список только настоящих звезд, рязанских воспитанниц, завоевавших высшие награды на крупных соревнованиях. Копилки спортивных наград пополняются постоянно. Наши девчонки всегда показывают класс на всевозможных соревнованиях. Сколько тебе лет? Уже 12. Как давно ты занимаешься художественной гимнастикой? Я занимаюсь с 5 лет. Мы шли мимо зала, и мама спрашивает, хочешь зал? Я сказала, хочу. Это была любовь с первого взгляда? Да. А вот расскажи про соревнования, с которых ты вот-вот только вернулась. Ну, я была в Чехии, в Праге. Они, ну, были серьезные, сильные. Вот. Ну, я там делала два вида. Мячик и булавы. Ты заняла первое место? Да, я заняла первое место. Нам подарили грамоты, медали, диплом за участие, кубок. Какие у тебя были ощущения вообще от этого первого места? Как обычно, какая-то радость. То есть ты привыкла к этой радости, для тебя это уже не неожиданно, да? Да. В художественную гимнастику дети приходят рано, обычно в 4-5 лет. В этом возрасте мышцы и связки еще пластичны, легче поддаются растяжке. И если этот вид спорта захватывает, то начинается другая жизнь, совсем не такая, как у сверстников. Хороша гимнастика тем, что у нас женский вид спорта, у нас нет мальчиков, мы как-то отделены. Вот у нас своя группа, мы в лагерь ездим, и на соревнования все это, и мы отрываем их от мамок, приучаем их самих уже с детства и причесываться, и одеваться, и умываться, и правильно питаться, и все. У нас просто девочки как бы ко взрослой жизни более подготовлены, быстрее подготавливаются, потому что они уже с 10 лет уже самостоятельны, даже с 8 лет. У нас девочки уже на соревнования уезжают, иногда с 8 лет. Без мамок, без папок. И ничего, не плачут, им все нравится. Они дисциплинированные. Художественная гимнастика – это безумно красивый, но жестокий вид спорта. Пластика, гибкость, поразительная растяжка и точеные фигурки. Несмотря на кажущуюся легкость, с которой гимнастки выполняют упражнения, как и любой спорт, это прежде всего тяжкий труд. Улыбка, на разворот плеч, наклон головы, каждый жест, все здесь выверено, красиво, уверенно. А вот чтобы так в итоге получалось, тренироваться приходится каждый день по несколько часов. Сколько тебе лет? 11. А сколько ты уже лет занимаешься художественной гимнастикой? 6, 7. А почему решила заниматься? Ну, мне понравилось, я пошла, и были результаты. Вот скажи, пожалуйста, это очень физически тяжело, или ты привыкла? Ну, я уже привыкла. А что самое главное в этом виде спорта, как ты считаешь, вот чтобы побеждать в нем? Ну, надо стараться, трудиться, стремиться к этому. Как часто ты занимаешься, тренируешься? Каждый день. По сколько часов? По 5, по 6. Время, как известно, меняет все, меняется и художественная гимнастика. Сейчас, например, запрещены многие опасные элементы. Тренеры, по словам Ольги Пучковой, стали гуманнее к своим подопечным, а костюмы стали еще красивее. Каждый олимпийский цикл меняется. Меняется гимнастика. Сейчас она более такая,
доступная стала гимнастика, так как убрали очень много рискованных элементов тела, которые могут травмировать это тазобедренные суставы и спину. Вот, их просто категорически убрали из этого. И вставили больше танцевальных дорожек. Теперь у нас девочки танцуют как можно больше. Чем они больше танцуют, тем у них даже больше оценка. Поэтому мне нравится, что именно сейчас такая гимнастика, она... яркая такая. Еще разрешили с голосом можно под песню петь, как в фигурном катании. Одно упражнение, получается очень много песен, особенно для детей, детские песенки, и дети под них развиваются, танцуют. И получается соревнование как праздник, такой, знаете, концерт. Теперь больше красоты, танцев, движений и предмет. Они занимаются с самых ранних лет, превозмогая боли, слезы. Рано становятся взрослыми и самостоятельными. И уже в 17 подумывают о том, что, возможно, пора тренировать уже подрастающее новое поколение юных граций. Я с 5 лет занимаюсь художественной гимнастикой. Лет, наверное, в 10 перешла в «Локомотив» тренироваться. Стала сразу же ездить на разные соревнования за границу, по России. Очень, ну, много посетила разных стран, много чего увидела. Вот недавно выполнила мастера спорта. В принципе, 17 лет – это уже потолок, да, для художественной гимнастики? Нет, еще. Вот ты планируешь дальше заниматься? Ну, хотелось бы. А вот тренерская работа какая? Ну вот, сейчас помогаю, пока есть свободное время летом, помогаю нашим тренерам. Вот, ну и может быть, в дальнейшем свяжу свою жизнь со спортом. Грациозные, ловкие, красивые. И сколько бы лет они не посвятили художественной гимнастике, правильная осанка, хорошая фигура и гордо поднятая голова – это на всю жизнь. Они всегда будут шикарно танцевать, красиво двигаться и чувствовать себя уверенными. А это, согласитесь, дорогого стоит. Мир без табачного дыма. Ежегодно 31 мая отмечается Международный день отказа от курения. Вот и студенты-медики показали всем, как можно заместить тягу к пагубной привычке положительными эмоциями. На территории медгородка провели массовую зарядку. Также в программе празднования был обмен сигарет на апельсины и символическое избавление от пагубной привычки под радостные крики на счет 3 лопнул шар в виде огромной сигареты. Медицинский университет поддерживает программу ВУЗ о здоровом образе жизни. Здесь не только запрещено курение, но и развит спорт. Студенты завоевывают престижные награды в различных видах спорта. О том, сложно ли студенту-медику стать хорошим спортсменом, в нашем следующем репортаже. В тренажерном зале пока немноголюдно, но уже через час здесь будет шумно и весело. Студенты будут состязаться в жиме лежа. Серьезную конкуренцию им мог бы составить Аджаб Мирзабеков. Его достижения за 4 года обучения в РИАСГМО настолько весомы, что он путается, перечисляя их. Если считать, в этом году я выиграл чемпионат и первенство Рязанской области по армейскому рукопашному бою, боевой самбо и грэпплингу. Вот. И сейчас готовимся на чемпионат России по армейскому рукопашному бою в город Ростов-на-Дону. Это хрупкая девушка Елена Нищева. Она учится на втором курсе лечебного факультета. Весной Елена удивила не только однокурсников, но и всю Рязань. Заняла 3-е место на Балтийской олимпиаде боевых искусств в малоизвестном, но увлекательном виде спорта кабудо. У нас были соревнования у женщин свыше 21 года. Мне 19 лет, но тренер меня заявил, и оказалось не зря. Борьба – это очень страшно на самом деле, потому что бывают травмы, но нужно везде подходить ко всему с головой, и если делать аккуратно, тренироваться, достигать какого-то физического уровня, который вот, возможно выступать на этих соревнованиях, то никаких проблем, никаких травм, ничего не будет. В Рязанском мединституте вообще много девушек-спортсменок. Вот Екатерина Бахтеева. Еще в средней школе увлеклась стрельбой из лука. Да так увлеклась, что выиграла немало золотых медалей и заняла не одно призовое место на всевозможных соревнованиях. Говорит, развитию ее интереса во многом способствовал ВУЗ. А тебе не мешает спорт учиться? Я бы даже сказала, что помогает, потому что стрельба – это спорт, который основан на внимательности, сосредоточении. Нужно быть
очень собранным, и это очень помогает в учебе, когда особенно нужно что-то повторить в шумной обстановке. Я могу с легкостью сосредоточиться, потому что в спорте мне это нужно. А это Андрей Деканов. Его конек – спортивные танцы. Он победитель многих спортивных конкурсов по бальным танцам. Ну, вообще, при поступлении в университет я думал, что придется завязать с танцевальным спортом своей карьеры. Но нет, с первого же курса я начал заниматься своим любимым делом. ВУЗ обеспечивал поездки на различные соревнования. Я занимал призовые места, побеждал в некоторых соревнованиях. То есть я доволен, и это, наоборот, более мотивирует. И у меня получается совмещать учебу со своим любимым видом спорта. Из последних достижений Андрея – спецприз на фестивале «Всероссийская студенческая весна», который прошел совсем недавно в Тольятти. После выступления Андрея Деканова и его партнерши Дарьи Зарицкой танцевальной паре из РИАС ГМУ рукоплескал весь зал. Рязанские лучники за последние годы смогли достигнуть значительных успехов на всероссийских и международных турнирах. Кстати, на днях региональная федерация отметила свой первый юбилей – 10 лет со дня создания. О том, как рязанские лучники готовятся к новым свершениям – следующий материал. История стрельбы из лука своими корнями, безусловно, уходит в глубокую древность. У каждого народа и каждой армии того времени были подготовленные лучники или арбалетчики, многие из которых могли метко выпускать стрелы, находясь в седле. Постепенно лук полностью исчез из армейского вооружения, и его место заняли пистолеты и ружья, которые били точнее, да и наверняка. Но стрельба из лука не исчезла насовсем, а стала популярным видом спорта. Впервые в качестве олимпийского вида спорта стрельба из лука была представлена в 1900 году на Олимпийских играх в Париже. Однако из-за отсутствия общепринятых правил этого вида спорта он надолго покинул программу игр. И только в 1972 году в Мюнхене этот спорт вновь стал олимпийским. С середины 80-х годов в правилах стрельбы из лука начались реформы, имевшие целью ограничить число участников крупных турниров. Ведь количество национальных федераций в Международной федерации в то время составляло около 100. А также было необходимо повысить зрелищность борьбы. Что касается олимпийских турниров, то число их участников строго ограничено – по 64 стрелка у мужчин и женщин. Допуск только по лицензиям, полученным национальными федерациями в предолимпийские годы. В Советском Союзе стрельба из лука стала завоевывать популярность лишь в конце 50-х годов. Первопроходцами в этом виде стрелкового спорта стали мастера пулевой стрельбы Анатолий Богданов, Николай Калиниченко, Иван Новожилов и другие. В Рязани стрельба из лука начала развиваться около 10 лет назад. Однако за эти годы в нашем регионе выросло несколько мастеров. Сейчас в молодежную сборную России входят сразу 7 рязанских стрелков. По словам тренеров, стрельба из лука отлично развивает глазомер, улучшает зрение, а также помогает спортсмену сохранить неплохую физическую форму. Федерация была образована в 2007 году, так сказать, энтузиастами, которые решили взять в свои руки, развивать этот вид спорта в Рязани. На данный момент в нашей федерации установлен рекорд Европы. Это Ирина Горбивненко стала рекордсменкой Европы. Также наши спортсмены занимали призовые места на первенствах мира, на кубках Европы. Конечно, стрельба из лука не такой массовый вид спорта, как, например, популярные игровые командные виды. Однако число занимающихся растет с каждым годом. На недавно завершившемся первенстве Европы удачно выступила наша команда. Например, Ксения Дымченко стала серебряным призером этого первенства. Она занимается около 4 лет и одновременно учится в школе и мечтает поступить в педагогический колледж, чтобы стать тренером-инструктором. Мне захотелось попробовать себя в этом виде спорта. Он очень редкий, интересный. Так и начала заниматься. Как считаешь, что это дает, вот эти занятия для человека, вообще тебе вот конкретно? Мне дает это саморазвиваюсь, как тренирую себя, это и здоровье легче, лучше становится. И так, как хотелось заниматься этим спортом, занимать какие-то места, чего-то добиваться. Еще один перспективный спортсмен – это Андрей Харьков. Он также пока совмещает учебу в школе со спортивными занятиями. И выходит у него неплохо. В прошлом году занял 4-е место в мире на чемпионате в Китае. Пришел в 2009 году, в сентябре. Просто пришел записываться в бассейн, видел, секции проводятся, запись в стрельбу из лука проводится. Решил попробовать. Можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Ну да.
В общем, перспективная молодежь, как говорят тренеры в Рязани, безусловно, есть. Теперь предстоит проделать большую работу по набору молодежи в секции, которых, кстати, становится в городе все больше. Ведь стрельба из лука – это весьма зрелищный спорт. И на этом на сегодня все. Будьте здоровыми и спортивными. И пусть всегда открывается второе дыхание.